И еще о новостях города и района. Май для печорской рок-группы «Охотники на мамонтов» стал особенно богатым на события. Судите сами. Концерт в Сыктывкаре, а также съемки в программе «Jam Session». Выступить вместе на одной из сцен столицы Коми охотников пригласили их давние друзья – группа «Обычные люди». Совместный двухчасовой концерт, на котором обе группы выложились по полной, собрал немало зрителей. И, судя по аплодисментам зала, произвел неслабое впечатление на публику. Играли новые песни в основном, где-то на Юргене мы песен 7, наверное, исполнили, а на концерте 15 песен было, то есть и старые наши местные хиты, и новые, которые в новый альбом войдут. Но группу ждало еще одно выступление, на этот раз перед более обширной публикой – телезрителями канала «Юрган». Приезд охотников в Сыктывкар не остался незамеченным, их пригласили поучаствовать в музыкальной телепрограмме. Там, значит, выступают творческие коллективы нашей республики. Вот, как бы передача молодая еще, и в основном как бы Сыктывкар, ну, стали расширять диапазон участников, как бы, и вот мы одни из первых, кто-то там еще был из иногородних, но мы одни из первых, кто иногородние там выступали. Музыкантам пришлось не только сыграть свои лучшие композиции, но и ответить на вопросы зрителей и ведущего, который не преминул поинтересоваться и планами группы. В ближайшее время собираемся записать новый альбом. Второй. Ну вот, как бы основные планы такие. Летом, может быть, скатаемся на концерт в Питер. Конечно, одними концертами и съемками пребывание в Сыктывкаре не ограничилось. Музыканты пообщались с друзьями, прошлись по магазинам, музыкальным, естественно. В общем, отлично провели время.